Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова, и я являюсь автором книги «Прорыв, ведущий к успеху» или «Как подняться в интернете». Сегодня я скажу, почему я в Прайде. Дело в том, что я расскажу такую историю, которая заключается в том, что каждый из нас желает быть лучше тем, кем он есть на самом деле, но это чревато последствиями и надеванием иной маски, которая вам не принадлежит. Но для того, чтобы выйти на новый уровень жизни, выйти на новые какие-то осознания, на новую правильность, эффективность жизни, вам необходимо понять одно, что вам нужно изменяться, не изменяя себе. Вам просто нужно повысить те качества, те позиционирования, которые у вас есть в себе, которые вы, возможно, даже не знаете. Или знаете, но просто подразумеваете. Вы их не вытащили наружу для того, чтобы с этим что-то сделать. И этот проект заключается в том, что я долго искала в интернете, а именно это выйти на новый уровень жизни, не побоюсь этого слова. Здесь те пошаговые действия, те 1, 2, 3, 4, 5 пункты и так далее, которые вы все ищете в интернете. Здесь закрыты те секреты, которыми кишит весь интернет, желая узнать, что же там, где же там успех, почему он, а не я. Кто-то просто смог сам побороться и быть лучше тем, кем он был, воспитал себя. А кому-то нужен такой вот, как выражаются все, волшебный, возможно, пиночек для этого всего. Но это нужно не всем людям, не всем людям. Это те, кто на самом деле хочет измениться, очень хочет поменять тот привычный уклад жизни, хочет заменить те моменты, которые у него есть в жизни, но не знает, как правильно с этим побороться. Здесь вас будет ломать, и здесь игра в жизнь. Мы играем в жизнь, при этом вы сможете еще и заработать. Как у нас, так и в других компаниях, просто проходя здесь 1, 2, 3, 4, 10, 50 миллион пунктов, вы повысите свою эффективность и вы сможете воздействовать с другими компаниями, с другими нюансами. Ну, а главная идея – это то, чтобы быть лучшей версией себя. Копий нас может быть много, но быть лучшей версией себя – это то, что необходимо быть, выйдя на качественный уровень жизни. Здесь продукт сам продает сам себя. Вот по этой причине я в Прайде. Я долго и очень упорно искала себя. Очень искала те заветные шаги, которые есть. Делала то, что говорили наставники, но это не принесло никаких практических результатов. А здесь я поняла, почему я не смогла раньше этого сделать. У каждого у нас есть свои жизненные обстоятельства, есть нюансы. Мы здесь поможем вам их преодолеть. И если вы захотите узнать поподробнее, что такое Прайд, я прошу написать в комментариях «хочу узнать подробнее» или связаться по любому удобному способу для вас со мной, и я расскажу, что нам нужно вместе с вами сделать. Всего доброго, до новых встреч!